Мобильные экранчики. Мобильные экранчики. Уткнувшись, люди ходят в мобильные экранчики. А рядом ветер ветреный, задорно машет ветками. Но людям не до этого. Они глазами в Твиттере. Они душою в Твиттере. А рядом реки бурные текут для них, как будто бы в подарок людям созданы. Но люди заколдованы. Соцсети крепко пойманы. И тыкают, и шоркают экранчики свои. Выкладывая завтраки, выкладывая собственники. От зеркала себятники. И просто от руки. Глазок направив крохотный мобильного экранчика. Для себетного селфика. На самого себя. Мы выложим страдания, а также ликования, и кольца обручальные, и универ-диплом. Мы все сфотографируем, и душу оцифруем мы, и уничтожим личное, что только Богу дань. Мы выложим, чтоб кто-нибудь безнравственный, безлично безответственный, похабным комментарием на склоку спровоцировал никчемнейшую нас! Я видео, я аудио, и вижу я, и слышу я. В одном компактном корпусе размерами с ладонь. Всю жизнь я в MP3 свою сожму с потерей качества. Я сокращу войну и мир до 4 страниц. Я чувства необъятные впихну в 140 символов. Дефис писать я разучусь. И спутаю с тире. А солнце ясно высоко, но скоро станет грозное. И оторвет приклеенных к экранчикам своим.